Всем привет! В этом видео хочу рассказать о платформе Amanak, как она помогает мне легко учить иностранные языки и какими функциями обладает. Для начала регистрируемся и нажимаем «Попробовать бесплатно». На платформе представлено много литературных произведений. Они разбиты по уровням сложности. Выбирайте любую понравившуюся вам книгу и нажмите кнопку «Учить». После того, как книга откроется, давайте посмотрим, какие настройки можно применить. Сначала откроем панель управления, нажав на значок книги в верхнем левом углу, после чего откроется список с настройками. Первым выбирайте язык, который хотите учить, а вторым, на который будет осуществляться перевод. Благодаря этой функции вы можете изучать несколько языков по одной книге, просто меняя настройки. В разделе «Озвучка» выбираем голос воспроизведения, количество повторов озвучивания, длительность, паузы и скорость воспроизведения текста. В разделе «Отображение» выбираем формат отображаемого текста, размер шрифта и цвет фона. После изменения настроек обязательно нажмите вверху красную кнопку «Применить». Теперь, чтобы перейти в режим слайд-шоу, нажимаем на треугольник. Le livre de la jungle. После нажатия слайды будут автоматически воспроизводиться, учитывая наши выставленные настройки. В режиме слайд-шоу можно останавливать, пролистывать и воспроизводить слайды. Для этого есть соответствующие значки управления в нижней части экрана. Chanson de nuit dans la jungle. Если нужно повторно воспроизвести слайд, нажмите на значок микрофона вверху. Chanson de nuit dans la jungle. Чтобы добавить текст заметки, нажмите на значок звездочки слева от текста, после чего он станет красным. Найти свои заметки можно, перейдя в раздел «Мои заметки». Чтобы ваше обучение проходило продуктивно, выберите для себя оптимальные настройки. Также вы можете проговаривать текст вслед за озвучкой. Закрепляйте полученные знания и не забывайте возвращаться к заметкам для повторения.